Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал. Ой, Дмитрий. Ой, ленивый я. Если уж тебя каким-то чудом сюда снесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись, видео до конца досмотри, в общем, поучаствуй. Тебе не сложно, а мне приятно, а мне поддержка, а мне мотивация, ну, в общем, все поняли. Ну что, продолжаем. Черного плаща. Жуткий ликвид... Короче... Слово соревнуется с ликвидатором, а как оно правильно, я уже и не помню. Помню, в свое время этот уровень доставлял просто дичайшее пуканобомбление. Потому что вот этих ребят обходить нельзя ни в коем случае. Гениальная тактика работы на расстоянии. Стреляешь одновременно с ним. А вот эти штуки надо сбивать. Ой, да, заранее. Не получилось. Бывает. Здесь, естественно, мы тоже используем... Нет, это мы брать не будем. Потому что хотя бы для того, чтобы можно было залезть вот сюда. Тут уже начинаются проблемы. Здесь надо аккуратненько. Крокодилы. Очень опасные ребята. В том плане, что очень крепкие. Три выстрела нужно вместо одного. Причем в определенной последовательности. То есть, просто взять его так вот, шмальнуть не получится. Он получит только один выстрел из трех. А на крайнем максимум может быть три пули за раз. Ох, а сейчас будет жуткое место. Слушайте, я, по-моему, пропустил одну, да? Блин, точно, слушайте, я этот один гоу пропустил, кажется. Блин, точно, уже в самом начале был. Так, ёшкин кот, сейчас подождите-ка. По-моему, где-то тут он был. Уже... 11, нормально. Сейчас... Я же помню, где-то здесь, в начале, по-моему. Или я ошибся? Я постараюсь вспомнить, где он. Я один, я точно помню, где. Хм. Интересно. Значит, не здесь. Ой. Я вон где сохранился. Здесь его точно нет. Вот то, что он не тут, это я помню. Ой, ты чё? Это... не понял. Это как так? Это и так бонусное как бы место, и сюда хрен попадешь. А всё, что я упёрся сейчас? Почему не подпрыгну? Да... В смысле? Чё это такое? Что за пунк? Чё он не прыгает-то? Эй! Чё за юмор, не понимаю. Понял юмор, ну ладно. Да, вот здесь его нет. Хм. А все-таки мне кажется, что он в самом начале. Да, вот эти черняшей, которые тут
бить там страшно. Они долго взлетают, но... Долго взлетают и быстро летят. То есть ничего страшного у них нету. Точно не в темной зоне, помню. Блин. И точно не здесь. Надо наверх. Да! Ну какого дьявола? Ну ты что ты, блин? Чё вдруг начал упираться в пиксели? Ядрить твоё в корень. Пить, блин, упёрся в этот пиксель. Вот эту я помню. А где ж... И это, по-моему, вторая. Или всё-таки первая? Нет, это первая. Хм. Нифига себе. Эти вертолеты летают. Ну, десятка. Хм. Разлетался, блин, а. Зарплата заводская. Где ж вариант-то с этим? С плащом здесь, а? Любопытненько. Ну, это вот бельчонка можно. В принципе, так, занавеску уйди, блядь. Извините за мой французский. Психанул слегка. Ветер дует вовсю. Это точно не здесь. По-моему, все-таки это было где-то в начале. Там я ошибся очень сильно. Надо было там поискать. Здесь это быть не может по умолчанию, хотя потому что здесь очень сложно. Где-то я в начале этот гол пропустил. Блин, а? Обидно. По-моему, все-таки где-то в начале. Как во второй части. Ну, в смысле... Во втором городе, где был этот Вульфдаг. И... Ликуида... Ликуи... Блин, как правильно это произносить-то? Скотина. Все. Он не очень сложный. Единственная проблема, то что он ползает, утянут башкой. И, ну, как бы, можно сверху перепрыгивать. А можно преклоняться. Но если ты, ну, как, наклоняться. Но если ты наклонился, есть вероятность, что, как говорится, тебе куда кое-что прилетит. Ну, просто башкой у тебя остановится, и все, блин. Ты по-любому получишь дэмэдж. Ну, давайте еще одну. Давай. Малиарти. Да. Профессор Малиарти. Крот, если я ничего не путаю по мультфильму. Тоже довольно интересный противник. Не, ну здесь я, кстати... Блин, кстати, здесь я тоже не помню. А, здесь такие ребята прикольно появляются. Баскетболисты, блин. Вот, это я помню. Блин, где же этого ликвидатора, короче. Никак выговорить не могу. Ну там игра слов на английском. То есть этот водяной дяденька, если мы берем за основу, что черный плащ это пародия на Бэтмена, это явно пародия на... Либо на плюща. Хотя нет, на плюща это этот бушрут.
На плюща. Ликвидатор тогда на кого, интересно? Квага это типа Джокер. Квага это Джокер. Вульфдак это, скорее всего, блин, Бейн или как там, не помню, как звали чувака, который в черном плаще умел увеличиваться. Какую-то херню себе вкачивал, типа такой качок становился гигантский. Ай! Ну вот. Ау. Вот. Тут на кого, блин, пародия? Водяной этот чувак в Бэтмене? Чё-то мне даже в голову не приходит. Кто там был с такими... Ой. Очень опасные ребята в плане того, что очень долго убиваются. То есть там 6 или 7 выстрелов надо. Сначала берем эту. Потом берем эту. Интервал между выстрелами всегда разный. Так, вот тут и... Ага, на середине пути есть. Тут два пути, видите? Если ту штуку взять еще можно, вот, то за сердцем ты вернуться не сможешь, потому что вниз спускаться нельзя. Если ты вниз спустишь, ты погибаешь. Ай. Да-да, F5. А вот где здесь эта штука, я тоже, честно говоря, не очень уже помню. Ауч! Да блин. Нет, этого чувака надо убирать. Иначе он окажется сильно мешающим засранцем. Вот здесь вот спускаешься вниз и оказываешься под перекрестным огнем. То есть одновременно атакуют. То есть ты. Он стреляет тебе в спину через стенку. Да-да, эти штуки пролетают сквозь стену. О, спасибо. Блин, где же еще один гол, а? Где-то тут. Где конкретно? А, вот он. Помнишь же, что где-то здесь. Блин, все-таки. А вот у Ликвида, блин, не вспомнил. Обидно. Не то чтобы это прям было очень сильно важно, но все-таки хочется, понимаете, показать, что я тут все знаю, все помню, ну и все такое прочее. Кстати, я кое-что забыл. Продолжаем. Хотел звук, блин, прибавить еще в прошлый раз, и так и вылетел из башки. Ну, игры, ой, здесь ну игры. А ладно, фиг с ним. Есть. Не, может, конечно, здесь пропрыгать. То есть не обязательно чувака убирать. Смех смехом, даже этого чувака не обязательно убирать. И этого, в принципе. Ой. Их всех можно обойти, что самое удивительное. Я всегда вот этот момент реально удивлял всегда в игре. То есть, почему здесь всех так спокойно можно обойти? Почему как бы там можно? А здесь уже нельзя. Ну, то есть перепрыгнуть через этого чувака довольно геморройно, я хочу сказать.
Даже когда он худенький. Чихун, блин. Ау. Так. Очень полезная штука. Весьма полезная. Это место как в извинении сделано. Здесь удобно попадать. Ты висишь чуть ниже уровня его выстрелов. Сюда идти вовсе не обязательно. За здоровьем оно у нас полное, но почему бы и нет. А вот сейчас будет доктор Малиарти. Жопа с ручкой, блин. В свое время сколько он нервов попортил, пока мы пытались понять, как эту сволочь уничтожать, блин. То есть в чем прикол? Во-первых, тебя постоянно стреляют вот эти штуки. Вот. Огнеметы его. Огнеметы надо отключать. Как видите... Ауч. А, он кидается, забыл совсем. Он швыряет какой-то фигней, когда отпрыгивает на другой уровень. Он меня так убьет. Эй! Ах ты собака, а! Вот так. Забыл совсем, что эти вантузы, они ж дают больше урона, чем одна пулька. То есть им быстрее. Немножко подзабыл тактику, действительно. Но если ставишь самый левый угол, начинаешь стрелять. Потому что гоняться за ним по всей территории. Во-первых, он постоянно упрыгивает на другие уровни. Когда упрыгивает, швыряет тебя какой-то фигней. Плюс эти штуки достаточно метко в тебя пуляются огнем. В общем, такой геморройный товарищ достаточно. К слову сказать, вот эту мелкую фигнюшку, которую он тебя шмыряет, когда, ну, упрыгивает на другой уровень... С первого раза, ну, я не знаю, как к обычным людям, но мне, например, было с моими очками, блин, сложновато было заметить. Я помню, в детстве так он выбешивал, сплошной гемор. Так, дальше у нас идет, как его, господи, этот, электрический, мудила. В Бэтмене был тоже, не помню, как его звали. Короче, забыл, электрическая крыса. Но это мы будем уже в следующий раз, как я уже говорил, по два уровня за раз. И потом финальный уровень, он достаточно длинный, хватит на то, чтобы покрыть все время. Так что, народ, всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Если подписались, обязательно прожимайте колокольчик, это очень важно. Делитесь этим видео в соцсетях, друзьям о нем рассказывайте. Ссылка на плейлист и на поддержку канала, в частности на Patreon, как обычно, в описании под видео. Всем, кто же досюда досмотрел, всех, точнее, кто же досюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девушек, чмокаю в щечку. Ну и вот за сим все. Всем счастливо.